Департамент по молодежной политике совместно с первичной профсоюзной организацией студентов и первичной профсоюзной организацией работников Казанского федерального университета организует и проводит детский конкурс талантов «Маленькая страна». Конкурс проходит по направлениям художественное слово, хореография, инструментальное исполнение и вокал. В нем поучаствовало 69 детей от 3 до 12 лет. Мероприятие продлится до 24 апреля. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.